Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Ideal, серия V3C, на цоколь HB5, COB мощностью 30 Вт, температура свечения 6000 Кельвинов. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию его. Вот так вот все укомплектовано. Здесь находятся две светодиодные лампы, металлические, кроме посадочного цоколя. Также две системы охлаждения, это радиатор, пассивная система и активный встроенный кулер. Вторая лампа абсолютно идентичная, светодиоды COB, мощность ламп 30 Вт. В комплекте также имеются провода подключения с разъемом для питания. Питание подключается как 12, так и 24 вольта. На проводе питания имеются небольшие драйверы, металлические коробочки, полностью герметично заклеенные, пылевлагозащищенные. Одну из ламп сейчас мы подключим к драйверу. Подключается очень просто. Таким образом, у нас лампа полностью готова к подключению питания. Сейчас подключим и визуально посмотрим, как же лампа будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа у нас загорается. Слышно, как работает кулер. Лампа очень ярко отсвечивает. Цветовая температура 6000 Кельвинов. Как мы видим, она такова есть. Чисто белый световой поток выдает лампа. Мощность светового потока, как заявляет производитель, 3000 люмен. После установки таких ламп в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект таких ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.